Конвоир, обвиняемый в смерти заключенного, останется под стражей на время расследования. Александр Донцов попытался обжаловать решение Центрального суда. Областной суд рассмотрел апелляцию и оставил решение первой инстанции без изменений. Напомним, мужчину арестовали по подозрению в превышении должностных полномочий с применением насилия, с причинением тяжких последствий. По версии следствия, работник ГУФСИН вместе с коллегой избили заключенного, а после издевательств сделали петлю из шарфа и накинули на шею 39-летнего мужчины. Конец самодельной удавки конвоиры привязали к решетке окна. Заключенный погиб. Кстати, один из обвиняемых конвоиров полгода назад свел счеты с жизнью. Его нашли повешенным на балконе.